куда-нибудь заберите, у меня Snapchat. Зеленый аппендикс, как я его называю. Такая вот есть плитка. Всем привет, и мой день начинается с того, что я еду непонятно куда, непонятно зачем, но еду к родителям, в общем. Это моя школа. Там зеленое здание где-то еще было. Зеленый аппендикс, как я его называю. Кошмар. А скоро я перестану в ней учиться. Еще год остался. Капец, ветра дует на улице. Кстати, я не помню, рассказала вам или нет, зачем все-таки я сюда поехала. Мы сегодня, родители мне позвонили, мама, и сказала, что сегодня мы поедем вечером смотреть плитку. То есть они как закончат работу, закончат они примерно через 10 минут. Но они выйдут минут через 20, и мы поедем за плиткой и будем делать наше красивое место для отдыха. Мне, кстати, нравится вот этот фильтр, я снимаю через фильтр, потому что мне так захотелось, потому что мне нравится, как он снимает, как реально, ну, как в реальной жизни. То есть камера, она снимает, все равно где-то засветы есть какие-то некрасивые, а тут прям, мне кажется, все смотрится так вот нормально. Короче, называется «Кристина попала в Snapchat». Машина еще душно, очень сильно душно. И из-за того, что у меня нет ключей, сигналки, ключей от машины, я не могу ее завести и открыть форточки. Приходится открывать вот дверь. Вообще душно. Эх, гитарку с собой не взяла. Надо было на укулеле учиться играть ее. Хотя с собой можно брать и играть песенки. А гитару... Гитару... Ну, гитара, звук мне больше, конечно, нравится. Определенно лучше, чем укулеле. Но укулеле можно с собой было взять. Я бы сейчас потрынкала чего-нибудь бы там. Такого. Так вот, рассказываю, что у меня сегодня. Сегодня я должна домонтировать... Почему-то мне 21. Алло. Ладно, сейчас буду монтировать влог, и потом не знаю, чем еще займусь. Надо, да, домонтировать влог, еще понять, что и где. Я уже один смонтировала с прогулкой, и мне осталось туда наложить музыку и начать делать еще two vlogs или three vlogs. Не знаю. Не обалдею из этих фильтров. Почему они такие красивые? Реально, как девочка сюда. Кореянка. Ну ладно, не похоже, можете сказать. Ну и пофиг. У этого сэндвича очень вкусный хлеб. До светофора. Типа очень красиво. Да, красиво, правда, его уже. Нет. Откусил. Какой кончик. Я тоже такой хочу. Такая плитка. Мне вот это нравится плитка. И вот это нравится плитка. А вот так, цветочки мы красим. А папа красненькую хочет. Это как кирпичики. Красненькие. 330 килограмм на легковушке не увезем. Но мне серенькая нравится почему-то весело. Мне не нравится красная. Вот я не знаю, мне либо та нравится, либо вот эта нравится. Солнышко, лучи своем. Я, кстати, запомнила вот такую идею для обделочной. Вот это вот мне понравилось. Камешки есть, можно обклеить. Будет красиво. Заморала свои любимые штаны. Что делать? Что мы делать? Судьба сама решила все за нас. Мы решили выбрать плитку. Это купил, наверное, ее кто-нибудь? Или она цвета, может, другого? Ну, вот она красивая. Красивая она. А мы какую взяли? А мы тучку взяли. Ну, вот она, различие. Видишь? У нее цвет, у него просто там свет, видимо, падал так, что это темнее смотрелось. А по цвету-то они одинаковые, в принципе. Красивые, да? Какую они-то взяли? Там тучки-то нет?
Плитку не ту взяли, мы не ту взяли плитку. Не ту плитку взяли, которую все хотели. Сказать надо, 29, 30, 31, 32. Качели, где ты здесь говоришь? А, не, на ту сторону выезжайте. Лина, ты ее не раздолбаешь, а так. Аварийки, если что, включи. Не тормозим резко. Короче, плитка у нас. Короче, которую все. Которую все выбрали. Которую все хотели, но сказали, что ее нет. Спёрли. Приехали на стрелку. Красиво. Мне нравится это солнышко. Да. Ух ты! Если в будущем будут такие роботы, я не хочу жить в этом будущем. Страшно. О, чаепитие вон там. Закрыто? До 6. Это у нас идея вместо Икеи. Коврики. Ой, то, что я терпеть не могу. Ну, это фигня, конечно. Только одна качелька. 3-4 осталось, вот пришли люди. И подголовник вот этот для головы выше. Сразу 4. Ой, какая красота. О, Криска, я уже нашла. Ой, Райт, смотрите, все. Я тут застряла навечно. Красотень, да? Красивый люд? Шикарный. Вон качели еще. У меня тут качество, конечно, телефон не очень, очень, очень. Питал, так дорого. Вот за 8, то, что мы видели. О, какой красивый вот этот, мне нравится. Там еще были столы, то мне нравится. Вот этот красивый тоже столик. Вот так кушетечка. Классный вообще. Диван тут. Я заметила тебя. Руку мою держу.